по устам.
Kanya, už je velký kraut. Co? Thank you.
паки миром Господу молимся. Упокоение души усопшего раба Божия, новопреставленного Хренда, и вы же проститесь ему всякому прегрешению, вольному человеку, вольному Богу. А когда Господь Бог учинит душу его, и не заправит ему покаяться, Царство Небесное, и оставление грехов Его у креста бессмертного Царя и Бога нашего Боси. Ученицы молят о Христе, и Боже, земли Христосе верно, горящим Бог получите сподобие. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу. Иисус же просоздал его прежде, нашу праматерь, пречистую, которого чрева в плоти девается, еже смерть и крепость чистая разрушим. Сидеть,
Субтитры создавал DimaTorzok.
Боже, спасался раба своего, Боже, не знаю, правда, ради, Боги, Царство Небесное, Христос, кто покоит во стране живущих, протарает, когда отверзит и Царство покажет жителей, и оставление тебе даст, они же совершился в житии Христа, любящее, блаженности, когда поносят вам, и жену тарекутся, а злого волнового, плашущий меня ради, язык и мудрый, выховеть и кнаги, пусть и человек, черви снизу смрад, и познаем, что богатство, доброта, крепость, благолепие, радуйтесь, и веселитесь, как да, уж много на небесе, услышим, что за содержитель, увы, ищущим грехи страшен, и Господь, и сейба, и тьма, огнем бы искушается всяческая, слава от Отцу и Сыну и Святому Духу, безначальным рождением же и происхождением от Отцу поклоняюсь родившему Сына, славу рожденного, пою сопростявшего Отцу же и Сыну Духа Святаго, имени Пресне во веки веков, аминь. Как у вас Отцу Твоем, легко точишь и небо, как и питающий питателя твари, и яко же весь источивый воду от каменной жилы, водные жаждущим людям, яко же писался, вон мира всема. И духове Твоему, Протимен глаз шесты, блажен путь, вон же идешь и не в душе, яко готовося тебе место упокоения. Тебе, Господи, воззову, Боже мой, да не примолчишь от меня. Блажен путь, вон же идешь и не в душе. Накануне нам послание святого апостола Павла чтение. Братья, не хочу вас не видеть и умерши, да не скорбите, як уже прочее неимущее упование, аще во верим, яко Иисус умре и воскресе, так и Бог умерши о Иисусе приведет с Ним. Сие мы вам глаголем Словом Господним, яко мы живущие, восставшие от пришествия Господне, и имя мы предварите умерши, яко сам Господь повеление. И в трубе Божией снидет с небесе, и мертвые о Христе воскреснут первые, потом же мы, живущие, восставшие, купно с ними восхищение будем на облаках, встретение Господне на воздухе, и так во всегда с Господем будем. Мы просто услышим святого Евангелия. От Иоанна Святого Евангелия чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. И речи Господь ко пришедшим к Нему иудеям, аминями и благолевал. И яко слушая свои семы, го верой пославшим я им, и живот вечный, и на суд не придет, но придет от смерти в живот. Аминями, благолевами, кривили часа на неестя, и в доме все услышат глаз на Божие, и услышишь его живот. Яко же бы Отец имя живот себе так даст, и Сын имя живот имейте в себе, и область даст ему суд отворите, яко Сын человечеств, не дивитесь всему, яко грядет час, вон же все сущие в гробе, услышат глаз на Божие, изыдут сотворшие благая воскрешение живота, а сотворшие злая воскрешение суда, не могу алса себе творить ничего же, яко же слышу, суждуй суд мой праведен есть, и гнишь воля моя, но воля пославшего мя, вот им примите Духа Святаго, и уже отпустите грехи, отпустятся им, и же удержите, удержатся, или качество свяжете, и разрешите на земле будут связаны, и разрешенные на небеси. Вот они же и наны друг друга принимать им прощать. Да создают через меня смиренного прощения своих подобных чада этого.
Слабость всех или как человек совершил Богу словом или делом или мыслью, не всеми своими чувствами, волей или неволей, ведьмами или неведением, иначе же под клятвой отлучением архиерейским или арийским быть, или иначе клятву от отца своего и матери своей наденося, или своем проклятии подпадели, клятву поступили иными, некими грехи, как человек связался. Но о всех все сердцем сокрушенным покаяться, и от тех всех иные юзы да разрешит его, или как же за ним участие ствол давление предадет, и тался допросить ему человека любя ради своего. Молитвы им Пресвятая Преблагословенная Владычица наша Богородица Преснодев Марии, святых славных и святых апостолов и всех святых. Аминь. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. И святая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, владыко, прости беззаконие наше, святый посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и живи на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле, хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не вбеди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
Thank you.
Пресвятых Отец наш и Господи, Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Во духе праведный скончавшийся, раба Твоего спаси упокой, охраняй его во блаженной жизни, а живот тебе человека любви. Покоище Твоим, Господи, и держи все святые Твои упокоиваются. Упокоя душу раба Твоего, я крутим, как человек любит. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Ты есть и Бог, сошедший в ад, и узы окованных разрешивы. Самый душу раба Твоего упокой, имени пресной во веки веков, аминь, единочистая, непорочная, Деву Бога без семени рощая, моли спасися души Его. Помилуй нас, Боже, повелицей милости Твоей, молимся, услыши, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вечем молимся, Бога едем, души услышим, обуженного представленного Эдмунда. Я же проститеся ему всякому прегрешению, вольному же и невольному. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всякуда Господь Бог учинит душу его, и где же праведнее упокояются. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милости Божия, Царство Небесного, и оставление грехов Его у Христа Бессмертного Царя, и Бога нашего просим, подай, Господи. Господу помолимся, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наш и Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Эй, подождите, подождите, не надо накрывать на лицо, пожалуйста, снимите. Православному спектакль часа прошел по Чурдену. Какая Чурдела? Что в кружатке? По эстерне, православному лингатерию. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Спаси Господи, всех за молитвы. Будем веру молиться за раба Божьего представленного Эдмунда, чтобы Господь Бог просил ему всякое прегрешение и даровал ему Царствие Небесное. Очень отрадно, что мы собрались в таком количестве. Почесть огромная. Видимо, человек был хороший, достойный. Но мы верим, что нашей так называемой смертью все не кончается, а начинается только потому, что смерть — это встреча с Господом Богом. И мы все верим, что когда будет страшное и второе пришествие Господа нашего Иисуса Христа, мы все воскреснем около своих могил и
будет наша встреча с нашими близкими. Поэтому в ближайшее время близким родственникам желательно походить почаще в церковь, там поминать раба Божия, новопредставленного Эдмунда, творить милостыню, добрые дела, помочь ближнему от его имени. И также есть древняя традиция читать псалтырь. Это часть священного писания, которая помогает душе проходить так называемое испытание мытарством и нам дает утешение. Молитва дает утешение нам, нашей душе, и помогает ближнему, потому что как таковой смерти нет. Господь Бог наш Иисус Христос, Он победил смерть, воскрес из мертвых, и нам всем крещенным тоже дает такую же возможность. Всем нам провожающим, когда мы провожаем в последний путь наших близких, надо сделать переоценку ценностей. То, что ценно, то, что мы можем взять с собой. Что мы можем взять с собой? Только ту благодать, которую нам Господь Бог дает, когда мы помогаем ближним, когда молимся и когда приходим в церковь. Выражаю искреннее соболезнование родным и близким покойного. Помоги нам всем, Господи.
Подожди, еще винки надо. Нет, они говорят, что цветы впервые. Как они говорят, так и Давай.
Uzmanīgi to kāju nesalaudiet. Mam lirike da suma. А вас у утра, да, то мы вас на подари. Бати, ты не купил? А, не. На. Дика, кутрушу. Кутрушу. Нисо, нисо. Я не узбиди. Шпилде? Вам дайте шпилде. Дайте до Яндры. Я маму чуть за кашу. Браво, добрая.
Хай, пьян, 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 пь
Perché che hai lasciato ti ballassare, mi rischiavi fluzzinauri. Mi fluzzinava, ma che le vuoi fare? Ma io sono mai. Ti cari, mi conosco la sì, mamma pure. Mamma si pure, vivi, si pure. Si vogliamo, dove butto, smente visto. Tipo sospetto. Это мне пена, сестренники, мама, что я пойду мне рассказать. Это нет, пожалуйста. Это не в Мандежне, но ты пиндаешь. А я вас, я кипа, мечак, молли, я кипа, се мечак, мечак. Нам надо быть осторожным. Знай-ка, не делай, вот это, что я сказал. Не делай, не делай. Не делай, не делай. Рай, я пиан, рай, 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 пиан, Кристи, ти кажеш джаз? На, полдис. Хай вол джопера, джаз? Лаура, де цапала, папу, а там аз ти кажеш? Полдис, ти кажеш, Кристи, ми дали джаз. Кристи, ми дали джаз. Кристи, ми дали джаз. Кристи, ми дали джаз. Все, давай, ты достал меня, готовь, давай. Era mucha el día para la mujer. Ya te para y aquí camisa, aquí vas a comer y ya.